На открытых пространствах, например, в полях, лошадь движется галопом гораздо шире, чем в манеже. Чтобы разгрузить спину лошади, а также для удобства всадника и лошади, принято делать такой галоп на полевой посадке. Всадник привстает седалищем и не садится в седло. Легкий упор в колено, но не зажимаем лошадь коленями. Амортизируем коленями и голеностопным суставом на стременах. Ошибка считается, когда всадник слишком далеко уходит впереди седла корпусом, тогда он будет терять равновесие и падать вперед на шее лошади. Либо же, когда он сильно выпрямляется над седлом, и он будет терять равновесие и падать в седло. Очень важно сохранить легкий контакт с поводом и не ловить равновесие за счет повода. Обратите внимание, всадник не давит на стремена, а именно амортизирует голеностопными суставами. Поясничка чуть прогнута, плечи расправлены, взгляд устремлен четко вперед. На такой посадке всадник может преодолевать очень большие расстояния на активном галопе. Ждем ваши вопросы в комментариях.